Осенью, помимо уборки урожая и заготовки кормов, перед аграриями стоит задача заложить основу под урожай следующего года. В Кашхабском районе полным ходом идет сев озимых культур. В районе, значит, полным ходом идут осенне-полевые работы. На сегодняшний день, значит, у нас идет уборка яровых зерновых культур и технических культур. Это подсолнечник, кукуруза на зерно и сои. Уборка подсолнечника практически завершается. У нас осталось более, где-то 1500 гектаров. Это Ходзинское поселение и Волинское поселение. Там еще практически в других поселениях всех завершена уборка. При плане 9600 гектаров на сегодняшний день убрано более 8000 гектаров. Средняя урожайность составляет 24 центнеров с гектара. Убрано, значит, 1500 гектаров кукурузы, средний урожай составляет более 50 центнеров с гектаров, это в среднем у нас по району. Но хочется отметить, что в некоторых участках урожай достигает до 80 центнеров. Это в Дмитриевском сельском поселении, в Егерухайском сельском поселении, в Бичевсинском сельском поселении. На хороших участках они достигают до 80 центнеров. Также идет у нас, начали уборку сои. В этом году, значит, фермерам предстоит убрать сои около 400 гектаров, убрано около 100 гектаров, средняя урожайность достигает это около 15 центнеров с гектара. Также, значит, на сегодняшний день основным таким агротехническим приемом является это сев, закладка будущего урожая, сев озимых колосовых культур. Сев озимого рапса, значит, при плане 1500 гектаров уже посеяно 2100 гектаров, то есть они план перевыполнили. Ячмень, значит, мы сев тоже завершаем уже. При плане 1500 гектаров уже посеяно 1200 гектаров. Значит, озимая пшеница при плане 14 1600 гектаров. На сегодняшний день уже посеяно около 5000 гектаров. Я думаю, при хороших погодных условиях мы в течение 10-80 дней полностью завершим осеннеполевые работы. В ходе поездки наша съемочная группа побывала в одном из передовых фермерских хозяйств общества с ограниченной ответственностью «Премиум». Обрабатываемые поля, площадь которых составляет 1070 гектаров, располагаются на территории Дмитриевского сельского поселения. Всего здесь планируется отвести под озимую пшеницу 700 гектаров. Остальную площадь будет занимать подсолнечник. На сегодняшний день уже посеяно 300 гектаров главной сельскохозяйственной культуры. На севе задействовано 3 трактора «Джандер». Проводимые работы планируется завершить в ближайшие 2-3 дня.